3. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, все именно так, как написано. Реактор разрушен. И тело его приобрело некоторую кривизну. Но я не унываю и в минуту досуга тренируюсь на кошечках. Такие, господа, кошечки. А все почему? А все потому, что вот это совершенно не хочет устанавливаться вот на это. И приходится использовать только пульт. Это, конечно, не руль с педалями, но дергать за палочки гораздо удобнее, чем на клавиатуре кнопки нажимать. На сегодня все. Пока. Thank you.